Костик, расскажи историю про манекен. Как-то раз я шел по... Ну, у нас есть центральный рынок. А я как раз, ну, я тогда был на системе, и мне нужны были бабки. И я чисто, ну, работал. И мне было все равно, что брать, как и где. Я шел между рядами и увидел хорошую кожаную женскую куртку на манекене. Ну, и так как у меня не было времени снимать, я забрал ее вместе с манекеном. Слышишь, на меня набросились все окрестные барыги. Я не знаю, как я спасся. Я не знаю, как я спасся тогда.